Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой сплей канал, мы продолжаем проходить стратежку Периметр, геометрия войны. Ну что, погнали на кампанию, у нас тут следующая миссия с интересным названием, абсолютно не смешным. Абдуля, я не знаю, почему такие странные названия здесь, да? Эльдруид, пирамиды, Залэнд. Не, ну у некоторых названий, в принципе, есть довольно логичные обоснования, да, типа Пасха, мы на острове типа Пасхи. Изолент, то есть изолированный мир. Там Кроманьон, что-то связанное с вулканом, ой, с вулканами, с каньонами, да, ну и так далее. А тут какой-то Абдула. Ладно, давайте послушаем наших советников спиритов. Готов ли ты заступить на пост Легата Фрейма Диак? Готов ли ты выполнить волю сынов возврата, новых повелителей Фрейма, извергнувших лживых спиритов? Помни, высший долг и предназначение Легата — оберегать людей свободного города. Твои предшественники были отравлены ложью спиритов и теперь уничтожены. Так, подожди. Я не понял. Это кажется, мы сейчас теперь играем за другую фракцию, которая, по идее, хочет вернуться на Землю, а не найти новый дом в вот этом спанже, да? То есть теперь получится, тут видите, даже зелененькое оформление. Блин, надо курсор мышки поменять на зеленый. Сейчас, ребята, одну секунду, поменяю курсор мышки на зеленый, и я вернусь. Да будет так. Сыны возврата доверяют тебе командование. Сохрани веренные тебе души, и мы найдем выход. Наш зодиак оказался на одном миле с Фреем Роутер. От него давно не было вестей, и мы не знаем, что там происходит. В новой обстановке его намерения для нас неясны. Сканирование этого мира обнаружило несколько необычных строений. Судя по всему, это лаборатории Роутера, с которыми он ведет испытания непонятной для нас природы. Действуй по обстоятельствам. Так, ну получается у нас сейчас такое типа ПВП будет или что? Блин, слушай, интересно стало, так как мы теперь за другую фракцию играем. Выясни намерение Роутера. Он хочет раздавать Wi-Fi. Я выяснил намерение, можно мне домой? Я предлагаю основать базу и подождать выхода на связь Роутера. Угу, хорошо. Так и сделаем, думаю. Так это красные какие-то типы, это вообще третья фракция что ли? Ё-моё, что происходит в этой игре? Я нихера не понимаю, объясните, пожалуйста. Ребята. Сканирование мира показывает, что эти нейтральные строения могут быть дальнобойными орудиями. Я так понимаю, надо только их запитать, и они станут нашими, да? Фрейм в твоих руках, Легат. Фрейм в моих руках. Роутер намерен активировать. Давай. Эти орудия. Нужно спешить. А, да? То есть они не такие уж и мирные? У нас теперь гонка, да? Так, секундочку, у нас два прораба и три бригадира. Ну, нормально, думаю, пока разберемся. Так, лазерная лаборатория. А, то есть мы тут захватываем гаубицы. Слушай, реально, прикинь, за другую фракцию теперь играем. И, ну, как бы мне вроде говорили, да, что типа тут будут разные фракции. Но то, что мы будем играть за разные фракции, от этого я абсолютно не мог ожидать. Бляха, тут еще скверно. А что мы с ней сделаем сейчас? У нас ни хрена нет. Я даже фрейм не могу поставить. В твоих руках, Легат. Я не могу его установить даже пока что. Он даже не двигается. Фрейм в твоих руках, Легат. А его что, нельзя поставить? Так, давай, наверное, начнем с простого. Ставим энергостанцию, там разберемся. Так, скверно прям сверху. Ля, тут руки какие-то. Ящерица какая-то. Что это такое? Mortal Kombat? Так, нам надо, значит, копаться как-то вперед вот до вот этой херовины. Да. Бомбарды. О, теперь можно фрейм поставить? Руках, нет, Легат. Нельзя. Двигатели фрейма в норме. Двигатели вот тут можно будет поставить, как я понимаю. Ну, надо только место ему сделать. Если я правильно помню, фрейм ставить вроде как даже полезно. Так, трансмиттер. Не, мне надо расширяться дальше. Но опять же, пока у нас не установлен фрейм, я не могу менять количество бригадиров и так далее. Так, эти тоже строятся, да? Роутер, бригадир. Блин, реально ПВП пошло. Класс. Я, кстати, да, заметили, я курсор мышки даже на зеленый свет поменял. Ну, мне кажется, так намного интереснее будет. Типа, раз мы играли за фрейм исхода, а не возврата. Сейчас мы за фрейм возврата играем. Раз мы играли за фрейм исхода, то получается, у нас там синенький цвет был, а тут как бы зелененький теперь. Так. Ну, посмотрим, что у нас тут получится, да? Я очень плох в этой игре, как вы заметили, ребят, да? Поэтому какие-то советы ваши и прочие вещи мне бы очень пригодились. Так, давай сразу строиться, вот лазерные турели делать против вот этих вот страшных штуковин. Давайте это одну здесь сделаем, на всякий случай. Так, можем тебя поставить? Фрейм в твоих руках. Ну, пока мы не можем его поставить, рядом есть проблема. Скверно. Да, я в курсе, что рядом с нами скверно. Готова. Я в курсе. Ну, пушка у нас уже есть одна, если что. А, это скверно идет грызть. Я понял.
Слушай, ну они такими топами все быстро сделают. Давай тогда мы сделаем здесь трансмиттер. Раз. И давай сюда копаться дальше. Нам надо дойти до этой, до нулевого слоя вот этого. Ну или попытаться как-то скверну это убивать на пути. Так, а вы там строите... Да, они строятся дальше. То есть нам надо как-то первыми дойти сюда. Да, до бомбовой лаборатории третьего уровня. И по идее победить противника. Ну по идее. Так, давай, наверное, как-то вот так вот тоненьким слоем все сделаем. Нам чисто надо туда пробиться. И на этом все. Блин, поставить его пока нельзя. Ну ладно, пусть он тут пока тусит. Давай тогда сделаем сразу завод на солдат. Лазерная пушка готова. Необходимая вещь нам. Это прораб. Это прораб, я заметил. Блин, ну сейчас бомбовую лабораторию его снесут, я не успеваю его сделать. Вообще не успеваю. Ни за какие сроки, вообще тупо не успеваю. Так. Бригадир не боится работы. Бригадиры и два прораба. Ну, прорабы они строят здание, все. Бригадиры, получается, у нас занимаются терраформингом. Ядро готово. Так, ядро готово. Хорошо. Строение изготовлено. Но я не могу подключить ее, понимаете, в чем проблема? Ну, типа, я могу вот так вот сделать. Вроде как это должно помочь. Ну, вроде как только. Так, строится завод на солдат. Строение изготовлено. Лазер, нужны офицеры. Блин, нужны, значит, завод офицеров. Офицеры, выходите, парни! Рядом с нами скверна. Сука, ломают гаубицу, сволочи. Тут еще гаубица. Ну, вроде как она не то, что сильно нужна. Надо просто туда докопаться, и на этом все, да? Да, мы не достаем. Ну, со скверной придется, значит, своими силами справляться. Гаубицу они снесли. Да, жаль, конечно. Ну ладно, здесь, значит, делаем оборону, а там разберемся. Давай как-то так сделаем дорожку. Или нет, давай не будем делать дорожку. Она здесь нам не нужна. Нам дорожка не нужна здесь. Мы здесь давай сделаем вот такую вот платформу себе. Тут вот еще работают ребята. Да-да-да, давай платформу делать. Больше будет места под застройку, будет больше энергии. Нам нужна энергия же, да? Это, по сути, наши ресурсы. Так, и давайте офицеров делать. Нам нужен сквад. Робот готов. И потом нам надо копаться как-то гаубицам. Ну, хотя да, нам надо как-то вот сюда. Давай вот тут нулевой слой заделаем. Зерослой, как он называется, да? Так, а против скверна у нас, в принципе, три лазерные турельки есть. И давай делать сразу, наверное, ракетную лабораторию, да. Нужная тема. Лазерная вот сюда давай. Так, ну и, естественно, генераторы. Мне, кстати, там в комментариях, ребят, спасибо, что пишите советы, типа, что надо генераторы ставить на максимальном удалении друг от друга. Это понятно, но когда тебе надо дохрена энергии, как-то, знаешь, не успеваешь этим всем заниматься, честно. Но я стараюсь. Я очень стараюсь играть в эту игру нормально. Потому что я, как говорил, я никогда не играл в периметр. Для меня это очень тяжелая вещь. Да, вообще играть в периметр. Так, лютная лаборатория. Опа, вот уже и склад врага. Ну, ребят, у нас тут есть лазер на турели, да, как бы. А, это бомбарды. Периметр. У нас тут периметр, пошел нахер отсюда. И тут периметр я могу поднять. Так, давай снайперов. Снайперы сейчас будут контрить врагов, по идее. Идем к цели. Поехали, валим их. Трансформация удалась. Ага. А мне насрать, у меня везде периметр. Ядро в опасности. Да все нормально. Сейчас перестреляем их. У меня везде периметр. Поле ядра. Группа ждет. Так, валите их. Дело возврата под угрозой. Я в курсе. Фрейм в не фрейм пошли грызть, вот суки. Фрейм бы поставить нам. Ну сейчас наши снайперы разберутся со складом врага. Давай, мужики, работаем. Так, вырубаем. Поднять поле ядра. Добивай склад врага. Это бомбардиры, они не такие страшные для нас пока что. Так, а вы тут не хотите сделать нулевой слой? Нет, вообще не хотите? Ну, давай как-то так сделаем тогда, в чем проблема? Тут же еще скверно как бы есть. Так, все, пошли нахер, уроды. Пришли тут бомбить меня. Совсем охренели. Давай тут сделаем немножко турелек. Tower Defense пошел, ребята. Так, командный центр, дополнительный склад. Так, чтобы надо мне сейчас. Летная лаборатория. Летная? Ага, то есть мы можем делать летунов. Файтоны. Тяжелая летная. А есть просто летная. Нужны солдаты и офицеры. Давай тогда сделаем командный центр, будет еще один склад дополнительный. Тоже нужная тема нам. Так, скверна гребаная, да, вы говорите, тут есть. Надо что-то с ней делать. Вообще, нам надо для нашего фрейм исхода, или как он там? Короче, фрейм надо где-то поставить. Надо нам как-то поставить это дело. О, теперь скверна к нам летит, да? Ну, получайте пиздулой. Нельзя к нам ходить сюда.
Ну, снайпера вроде разваливает, да, нормально. Выдвигаемся. Блин, капец, они вперед копаются. Ты глянь на это дерьмо. Выдвигаемся. Как тут победить их? Группа так, давай еще снайперов. Надо как-то спешить, что ли? Трансформация удалась. А может быть сделать набег на них? Ну тут лазер на турели. Ну можем попробовать, давай попробуем сделать. У нас, к цели. Конечно, лучше бы ракетчиков, да, заделать, солдаты обычные. Сейчас второй склад, давайте и солазим, рокеров заделаем. Рокер вроде классные ребята. Так, снайпера давай сюда, парни. Так, дальше терраформируем, че стоим? Терраформируем, терраформируем, нам это очень надо. Больше нам нужно земель. Больше энергии. Сюда давай тоже энергостанцию вылепим. Да, я понимаю, что это близко, но... Вот сюда давай. Так, первый склад здесь, да? Выдвигаемся. Ну чё, мужички? Идем к цели. А вот и склад врага, давай подеремся. Идем к цели. Ага, они трансформируются в кого? Бомбометы. Идем к цели. А, и что идем они к цели. Нам противопоставят? Готов. У нас нет жалости. Выдвигаемся. Ну, снайпера вроде сильнее. Так, второй сквад, давай рокеров. Группа изменяет себя. Группа ждет. Ну, не, они как бы идут нас атаковать, да, удалась. Поэтому типа они вот так вот работают. Удалась. Так, давай еще сюда защиту. Расширяемся. Так, и тут надо будет тоже делать турели, потому что здесь скверно. Слушай, а чем мы дальше не можем расширяться? В чем проблема-то, собственно? Фрейм в твоих руках. Так, фрейм поставить пока никак нельзя. Слишком мало места нам для этого дела. Робот готов. Ядро готово. Так, мы их развалили там или нет? Идем к цели. Да, должны были вроде. Так, давай немножко пойдем сюда. Тут вроде как... Кто идем там в опасности? Скверно, что ли? Вполне может быть. Фрейм. Я хочу фрейм поставить, но это как-то очень тяжело. Не боится работы. Это прям как-то, я бы даже сказал, это практически невозможно. Так, 19 у нас с вами снайперов. Давай попробуем что-то с ними сделать. Ну, по крайней мере, склады врага будем здесь динаить, разваливать. Мало, конечно, урона, но это снайпера все-таки. Они не приспособлены для того, чтобы валить противника на... В больших массах, да? Ну, тогда попробуем. У нас нет жалости. Не достаете, что ли? Мы теряем сквад. А че я не могу стрелять? Алло, парни. У нас нет жалости. А, вы не атакуете? Хотите сказать, что здание? Блин, это бредово. Группа ждет. Что вы не атакуете здание? Ладно, ребята. Давай как-то так попробуем. Сейчас будем тогда бомберами все делать. А что поделать? Прораб готов строить. Так, прораб готов строить. Строите, строите, ребят. Нам надо вообще как-то фрейм поставить. А тут почему никто ничего не строит, я не понимаю. Ну, давай как-то так сделаем, да? Будем дальше расширяться, потому что противник уже здесь. И тут потом поставим эту хренотень и будем дальше копаться, да? Тут еще скверна, не забывайте, она тоже напрягает. Выдвигаемся. Идем к цели. Да, ребят, миссия на час опять. Ядро готово. Как я по ним соскучился. Сюда давай. Рядом с нами скверна. Да, я в курсе. Ну, лазерная турель, думаю, справится с этой проблемой. Лазерная пушка готова. Вполне, думаю, справится. Хотя нет, маловато. Давай еще турельки. Бьют. Наших бьют. Так, а если мы сюда влетим, будет это для нас критично? Давай сделаем так, давай сделаем так. Давай два склада сюда кинем, развалим им экспанд, а? Как я придумал, прикольно. На базу, видимо, нет смысла нападать от слова совсем. Ну, хотя бы давай так сделаем. Так, мы теперь можем строиться аж здесь, да? Давай тут нулевой слой сделаем, будем расширяться дальше, вот сюда. Или нет? Вот здесь. Можем тут строить? Не достает. Не, не достанем мы там. Давай тогда как-то так сделаем. Так, сквады. Выдвигаемся. А ну-ка, давай попробуем. У них тут ни защитных сооружений, ничего нет, да? Ну, гаубица есть. У нас нет жалости. Я не знаю, насколько она сильно будет больно бить. Идем к цели. У нас наверное, будет жалости. Больно, да? Так, первый склад, отходи сюда. Идем к цели. Вот рокеры должны зарешать. Робот сейчас готов. Мы, если что, тут склад врага подойдет, мы будем его валить тоже. Так, продолжаем. Выдвигаемся. Ну да, мы типа можем с ними сражаться. Так, они периметр врубили, но я думаю, это не вечная штука. Короче, давай потихоньку бить их здесь. Так, для рокеров нам нужны солдаты. Давай солдатиков больше, тут офицеров, да? Группа изменяет себя. Так, хорошо. Тут надо бы дальше еще экспандом заниматься. Тут пока ничего не делается. Давай дальше. Здесь против скверны ставим. Ну, если, типа, сейчас, если у нас получится что-то сделать грязное здесь, да? Поубивать их там, бригадиров и прочее. Это будет клево. Это будет очень клево. Так, давай еще сюда рокеров добавим. Лазерная пушка готова. Нормально. Так, а склады у врага пока не имеются. Ну да, типа, пока только так.
Так, ну тут скверно, нормально все. Мы пока держимся. Это что такое? А, понял. Снайпера. Сюда. Идем к цели. Помогаем снайперам. К цели. Уничтожить. У нас нет жалости. Идем к так, цели. Снайпера, давайте сюда пока. Опустить поле ядра. Рокеры тут, думаю, сами справятся. Группа ждет. У нас нет жалости. Просто на карте как-то, знаете, на миникарте вообще не видно противников, а слово совсем. То есть они вроде как где-то есть, отображаются, но их так плохо видно. Наш склад. Выдвигаемся. Ну не бомбардиры, как я вижу. Поднять поле ядра. Лазерная пушка готова. Так, ну зашли, молодцы. Получайте от лазерных турелей пиздюлей. Так, что там с рокерами? Наш склад. Ну стреляйте, что стоим, парни? Можем позволить себе. Робот готов. Угу, периметр тут раскинули, теперь сюда стреляем. Все логично. Наш склад. Блин, слушай, реально такое ПВП сражение пошло, да? Ну, давай дальше ломать. Уничтожить. Мы теряем склад. В смысле мы теряем склад? Это как так? Не заходите на вражескую территорию, не тупите, парни. Ну мы, по крайней мере, мы не будем давать противнику развиваться здесь, да? Типа хотя бы так. Хотя бы так сделаем. Так, что тут имеется? Тут мы теперь можем делать энергостанцию. Это хорошо, и дальше будем развиваться. Сюда. Нам, по идее, надо захватить вот эту вот лабораторию бомбовую. Это наша, по идее, самая священная такая сейчас миссия. Как я правильно понял. Рядом с нами скверно. Ну, это нормально, с этим мы справимся, думаю. Тут лазерные турели вроде работают. Причем даже неплохо. Так, стреляй, стреляй, не тупи. Ядро готово. Давай больше рокеров, готово. Больше снайперов. Группа изменяет себя. У нас нет жалости. Так, пока не совсем понятно, где противник едет, он там на нас или не едет. Идем к цели. У нас нет жалости. Ой, как хорошо ракеты заходят, ребята, как хорошо заходят ракеты. Бедный периметр противника даже не выдерживает. Так, ну ждем, пока они вырубят периметр. Они ж вырубят его когда-то. Стопроцентово. Так, давай еще сюда делать энергостанцию. Ну, нормально, пошел экспан. Так, вот у нас есть гаубица. Причем она у нас, ну как бы, дается так. Грубо говоря, на один раз, а дальше пошел нахер. Так, и давай тут сделаем еще дальше вот такую штуковину. И сделаем здесь, получается, нулевой слой, чтобы здесь сделать энергостанцию. Ну, потихоньку нормально. Противника разваливаем, да? Уничтожить. Лазерная пушка готова. Так, по чуть-чуть. Выдвигаемся. Дел дофига юнитов, и, в принципе, что еще надо для счастья, да? Сейчас лимит весь засрем. Трансформация удалась. Строение изготовлено. Так, ну только они вырубают периметр, мы по нему стреляем. Как-то так. Выдвигаемся. Надо периодически следить за нашим периметром тоже, да? Ну, за нашим, за нашей базой, потому что противник тоже может нападать. Так, что тут, строите нулевый слой? Да, стройте, стройте. Потому что дальность-то у нас не бесконечна, надо тут построить энергостанцию и дальше продвинуть до этой гаубицы. Ну а тут можно будет уже и Tower Defense делать. Парни, стреляйте по зданиям. Рядом с нами скверно. Рядом с нами скверно. А рядом с противником не хочет скверно появиться, а? То что-то как-то нечестно. Рядом с нами скверно есть? А рядом с этим каким-то гребаным роутером нет? Наш склад. Так, наш склад есть. О! Давай, наконец-то можете поставить. Ё-моё. А я-то думал, когда это все случится? Фрейм возврат опустил корни. Шикарно. Так, еще бы нам пустить корни где-то здесь, чтобы было больше энергии, да? Мало энергии. Ну это хорошо, что уже энергия пошла в плюс. Но у нас ее довольно так мало, кстати. Прям реально мало энергии. О-о-о-о-о, иди сюда. Ну мы потихоньку тут делаем грязь для противника, да? Блин, вы дураки, нафига вы туда лезете? Под периметр врага. Группа ждет. Идем к цели. Все нормально. Не давайте ему строить. Не давайте строить ему. Это самое главное, что нам надо делать. Мы атакованы. Так, лазерная турель работает. Хорошо. Мало, конечно, но работает. Так, и тут мы с вами потом зайдем в другую херовину. Вот такую. Чтобы тут потом построить энергостанции. Блин, что-то энергии так очень мало. Мне прям это так напрягает. Выдвигаемся. Так, снайпера тут есть? Хорошо. Надо просто больше энергостанции, очень, намного больше. Мы атакованы. Давай тогда тут делать экспанд, что ли, я не знаю, вот так вот. Ядро готово. Срём. Лазерная пушка готова. Так, лазерная пушка готова, хорошо. Нам надо тут больше лазерных пушек. Здесь и скверно, здесь эти придурки нас нападают, роутеры. Кто атакует нас? В чем проблема? Что происходит? Наш склад. Так, ну, мы атакованы. Хотя бы мы не будем давать противнику дальше развиваться. А какие у нас вообще миссии? Захватить лабораторию, захватить минимум 3 орудия для изучения. Ну, 3 вряд ли, одно только захватили.
Лазерная пушка готова. Давай, вокруг тоже такой нулевой слой. Мало места для энергостанции. И лабораторию, да, надо захватить. Бомбовая лаборатория. То есть это наша миссия. Да. Сделаем. О, кто-то снял периметр. Ошибка. Ну ладно, ладно, хорошо. Врубают, врубают, уроды. Так, тут терраформеры врага. Нормально. Пока мы держим их, так сказать, в тонусе противника. Это хорошо. Трансформация удалась. Так, давай тут еще тоже сделаем. Лаборатории и прочие срань. Так, слушай, парни. Это прораб. Прием. Мы атакованы. Нет, вот ты мне нужен здесь. Бригадир, иди сюда. Хотя бы одного бригадира сюда кинем. Бригадир не боится работы. Пусть попробует сдвинуться. Так, и ты давай едь сюда. То что нас тут атакует, ё-моё? Гаубица, в чем проблема? Кто-то бьет, что ли? Лазерная пушка готова. В чем проблема-то? Тут нам надо больше экспанда. Наш склад... О, ломай. У них нет периметра. Мы тут тем более им энергостанции потихоньку сломали. Хорошо. Двигаемся. Только снимают периметр, сразу ломайте их, парни. Даже не думайте, ломайте. Так, энергостанцию могу влепить где-нибудь здесь? Ну, конечно же нет, места мало. Ладно. Сейчас приедет этот тип. Как он там его зовут? Бригадир, да-да-да. Он нам здесь очень нужен. Вот так, давай. Так, ну что, энергостанции, поехали дальше, ребят. Надо больше энергии, у нас ее прям очень мало. 2800, я даже не понимаю, куда она уходит, если честно. Рядом с нами скверна. Типа, вот реально, куда уходит наша энергия? Мы атакуем. Потребляем энергию? Это на турели или что она потребляется? Куда она потребляется? Видимо, на турели. Или на юниты, кстати, да. Наш склад. Давай, наверное, хватит юнитов делать. Выдвигаемся. Все, тут мы с вами задинаили кучу противников. Ядро готово. Все, строим еще. Надо больше энергии, парни. Намного больше. Давайте. Идем в экспанд. Да кто нас тут атакует? Тут вообще никто не нападает даже. В чем проблема-то? Ладно, насрать. Так, вот тут сейчас сделаем энергостанцию, захватим еще одну турельку. Ну, получится не три турели, а две, конечно. Да, этого не так много, как нам говорили. Но тем не менее, да. Мы атакованы. Наш склад. Идем к цели. Давай, давай. Я бы... А, тут еще скверна есть. И она ломает бомбовую лабораторию. Слушайте, такие здания прикольные. Вот еще пушка, кстати. Может быть, попробовать до нее добраться? Ну, я не знаю как, но это, видимо, будет очень тяжело. Может быть, тут потому что скверна, я не знаю, вылазит. Может, из-за этого? Мы атакованы. Я не знаю, типа, почему нам говорят постоянно, что мы атакованы. Так, тут можно делать энергостанцию? Ну, почти. Еще чуть-чуть. Так, продолжим, пожалуй. Тут мне, кстати, у роутера наконец-таки скорость появилась, он мне решил дозвониться. У него даже немножко получилось. Прикиньте. А, правда, он мне сказал, типа, Чизи, ты чего наделал? Я тут вроде как миссию хочу пройти, а ты мне мешаешь. А, на что я ему сказал, пошел нахер, и на этом наш разговор, к сожалению, для него закончился. Так, ладно, а куда это он ломится? Он, типа, в обходную едет или что? Типа, ну, у меня тут везде турели, все хорошо. Так, рядом с нами скверна. Да, срать я хотел на эту скверну. Так, слышь. Скверна гребаная, а ну вали нахер отсюда. Так, надо здесь срочно этих наделать. Турелек лазерных, что-то как-то совсем все плохо. А где наши строители, слышь ты? Один здесь, один там. Давай один сюда едь. А второй где-то на базе пусть тусит, да, где-то тут. Прораб не против, вот и хорошо, раз ты не против. Так, поехали, дальше тут экспансией занимаемся, все как обычно. Так, здесь можно, кстати, и расширить. Мы теряем склад? От чего? Ай, помогите, как это произошло? Как вы тут оказались, придурки? Вы что делаете, идиоты? Идем к цели. Как вы тут оказались, идиоты? Отвлекся на пару секунд, на ебаные звонки ебаного роутера. И все пошло по пизде, да как так-то? Выдвигаемся. Какого хрена-то? Почему это так все по-плохому работает? Так, строиться можем мы в этом радиусе. Значит, надо тут делать точечку. Блин, как это работает вообще? Выдвигаемся. Заходишь на эту херовину, сразу все умирают. Бред полный. Так, может быть, лабораторию офицеров тут заделать? Кто там нужен нам для ракетных? Не, солдат. Давай тогда завод на солдат здесь сделаем. Поближе где-нибудь. Ну, вот здесь, например. Типа, чтобы быстрее солдатики выходили. Ну, а типа, а чё бы нет, собственно. Так, стреляйте, надо эту херню уничтожить. Я не понял, как они вообще ее успели построить. Я типа, ну, спокойно себе стоял. Доминировал эту территорию. Тут на тебе, здрасте, приехали. Мы атакованы. Да кто нас атакует? Кем атакованы? Никого нет, алло, придурок. Рядом так. С нами скверна. Скверна. Ну, скверну мы вроде убиваем, все нормально. Вон, на тебе лазер на турели еще.
Скверна идет нахер. По очевидным причинам. Так, слушай, они даже периметр не врубают. Ну, мне подходит. А, кстати, слышь, я могу здесь же свои строить, да? Нет, не могу. У нас трансмиттера здесь нет. Давай трансмиттер сделаем. А потом сможем строить. И сделаем здесь свою систему обороны. А чё бы, собственно, и нет. Так. Трансмиттер у нас где-то здесь, да. Так, это прораб, это хорошо. Так, слушайте, бригадиры, давайте будете терраформировать уже как-то, а? Что-то долго мы этой херней занимаемся. Прям сильно долго. Робот готов. Так, о, нормально. Все, потихоньку ломаем противнику. Так, а теперь погнали свою оборону здесь делать. Типа, что они тут охеревшие такие? Совсем охренели, страх потеряли эти роутеры гребаные. Проводной интернет рулит. Никаких роутеров. Давай еще вот так сделаем, по приколу чисто. Так, а тут нам надо сделать... Терраформинг небольшой. Лазерная пушка готова. Ну что-то как-то наши ребята не особо спешат это делать. Так, еще два ракетных. Энергия нужна строить, ё-моё. Что так долго? Так, нормалёк пока. Ну снайперы делают свое грязное дело, да. Давай здесь турели поставим. Слушай, у нас нет ракетной лаборатории, да? Нету, да. Обидно, конечно. Ну как есть. Так, склад врага уничтожен. Не может не радовать. Давай сюда еще наши влепим. Строение. Чтобы он совсем не наглел, да, этот мы противник? Рядом с нами скверна. Блин, я так понимаю, нас тут тупо скверна дрючит периодически, да? Или что это происходит? Лазерная пушка готова. Так, лазерная пушка готова. Ну, можно еще одну сделать на всякий случай и забыть про это место вообще. Так, идти потихонечку вот сюда, да, бомбовой лаборатории, да. Ну, если, конечно, тут терраформингом кто-то будет заниматься. Бригадир не боится работы. Тут не все хотят бригадир этим заниматься, согласен, как показывает практика. Бригадир, вот, вот этот бригадир тут есть, но он что-то как-то не очень строит здесь. Согласен на переезд. Группа изменяет. Так. Группа ждет. Ну и лазерная турель, поехали. Будет подходить противник, стреляйте по нему. Стреляйте, не думайте. Группа ждет. Можно даже попробовать ближе подъехать. И обнаглеть вообще им роутеры эти ломать. Ну, вы поняли, короче. Нас нет жалоб. Короче говоря, их генераторы. Выдвигаемся. Все, стоим здесь. Пердим, снайпера тут сдалека стреляют, хорошо. Слушай, что-то как-то все медленно, вот чего тут еле-еле строите? Мне тут нужна энергостанция, затем трансмиттер, и поехали, и все, лаборатория наша. Лазерная. Здесь как бы еще неплохо было бы какую-то, знаешь, лабораторию вот эту забрать. Ну, точнее, гаубицы эту, да? Ну, не так далеко. Это что такое? Богомол? Да, слушай, реально богомол. Тут вообще есть две турели, ну, точнее, одна, ладно, одна турель. Может быть, попробовать к ней как-то пробиться, вот сюда. Трансмиттерами чисто. Выполнить еще одну задачу. Я, правда, если честно, не совсем знаю. Нам, типа, надо опять задачи делать или только одной достаточно. Но как бы то ни было, сделаем. Вот сюда давай еще. И турель еще одну давай. Лишняя точно не будет. Так. Трансмиттер, кстати, сюда можно влепить? Рядом с нами скверна. Да, можно. Давай сюда влепим, а тут сразу энергостанцию заделаем. Классно будет. Так, ну слушайте, а скверна потихоньку нас бьет все равно, сволочь такая. Так, у нас энергия. Ну, энергия хотя бы в плюс идет, хорошо. Сейчас тут еще сделаем энергостанции. Какой-то такой довольно медленный геймплей в этой игре, конечно, да. Но какой есть. Сейчас еще турель влепим. Ну? 92%. Вы хотите строить сегодня или как? Что-то как-то все медленно здесь идет. Прям нереально медленно. Ну, 92%. Где турель строится? Почему она до сих пор не готова? Какого хрена? Вот здесь, да? Очень долго, парни, очень. Лазерная пушка готова. О, другое дело. Давай еще одну сюда. А тут можно по КД периметру врубить, и пусть он работает. Они же типа стреляют по нам, да, вот эти вот гаубицы. Идем к цели. Вот так-то. Так, о, трансмиттер готов. А это значит, что можно сюда ставить энергостанцию. Так, там скверна пошла грызть, да, всех? Ну или, по идее, она только появилась. Не знаю. Сложный вопрос, конечно, да? Лазерная пушка готова. Прораб готов строить. Давай. Прораб едет сюда. Поближе куда-нибудь. Координаты. Ну, она вроде стреляет по нам, да? Нет, она хорошо стреляет. Врубай периметр. Вот сволочь. А наши-то не достают турельки. Да подними периметр, ё-моё. Да нет, подними периметр, подними. В чем проблема? Почему периметр не работает? А, все, миссия сделана, да? Рядом с нами скверна. Наш склад. Ядро в опасности. Мы так, ну.
Мы атакованы. Бомбовая лаборатория. Лазерная пушка потеряна. Идем. Все-таки две миссии надо, да? Три орудия для изучения. Ну ладно, сделаем. Идем к цели. Я думал, тут все немножко проще. Оказывается, нет. Лазерная пушка готова. Почему периметр-то не работает здесь? В чем проблема-то? Опустить. Да валите вы эту гаубицу гребаную. Нет жалости. Ядро в опасности. Уничтожить. Хотя ее можно и забрать. Нет, давай заберем лучше. Идем к цели. А, как-то тут все не так-то просто, да, как казалось на первый взгляд. Так, энергию сюда давай. А, получается, мы теперь можем... Подожди, бомбовая лаборатория. Это значит, что мы можем делать... Кого? Бомбардиров или не можем пока? Пока не можем. Робот готов. Ядро в опасности. Пока не можем. Ну, блин, тут скверно летит грызть эти турели. Вот и что мне с ними делать? Трансмиттеры, походу, нужны. Вот сюда. Так, слышишь, склад первый, едь сюда. Выдвигаемся. А можем ли мы сделать еще один командный центр и сделать еще один склад? Вот так вот. Решить вопрос кардинально. Мне нужен еще один склад снайперов здесь, чтобы базы дефать. Очень пригодится нам такая тема. Так, ну они сразу периметр вырубают, очевидно, да. По очевидным причинам. Сейчас попробуем. Тут надо одну вот эту гаубицу защитить. Ядро готово. Так, а тут надо терраформингом заняться, да. То есть, по идее, нам по-любому турель нужна. Хоть усрись нужна. Строение изготовлено. Так, еще снайпера, еще рокеры. Рядом с нами скверно. Трансформация удалась. Так, ну у них тут пока... Опустить поле ядра. Лазерная пушка готова. Уничтожить. Шмаляй. Поднять поле ядра. Да, духота тут, духота. О, и склад еще. Так, нам нужны снайпера, нужны офицеры. Давай, офицеров дофига, там разберемся потом. Так, парни, что у нас тут происходит? Нормально вроде все, да? Сейчас все сделаем. Ну или, по крайней мере, попытаемся. Сюда надо энергостанцию влепить и сделать... Или трансмиттер. О, трансмиттер и тут энергостанцию, хорошо. Все, парни, отмена, отмена, харе. Все, места хватает. Врубаем, ломаем. Группа ждет. Нас нет жалости. Или да, вот это сломайте, лучше это сломайте. Ядро в опасности. Мы теряем сквад. Мы теряем сквад. Печально. Ну тут, блин, тяжело, когда тут все под этими гребаными периметрами. Ты ничего с этим не сделаешь, к сожалению. Так, слушай, парни. Как насчет эту энергостанцию бахнуть? Понял. А, ну вы еще это не достроили. Бригадир не боится работы. Это прораб. Так, это прораб. Это прораб. Давай едь сюда, прораб. Не против. Прораб готов. Ты мне тут очень нужен. Так, нужны снайперы. Изменяет себя. Вот здесь нужны снайпера. Трансформация удалась. Опустить. Шмаляем и поднимаем. Поле ядра. Хорошо. Типа не даем им просто строить, вот и все. Так, ну тут скверно по КД ломается. Нам нужна энергия здесь. Прям пипец нужна. О, есть. Сейчас, по идее, миссию выполним. Ну, я так думаю, да, потому что миссия состоит из двух задач. Три турели для изучения. И все. А нам надо будет ломать роутера этого или не обязательно? Типа, обязательно это делать или не очень? Если обязательно, то эта миссия... Ой, какая длинная будет, ребята. Я тогда буду вырезать вам здесь половину всего. Опустить поле ядра. Идем к цели. Уничтожить. Потому что я не хочу здесь заниматься этой фигней. Опустить поле ядра. Честно скажу. Сквад атакован. Так, давай ты сюда едь. Сквад атакован. Идем к цели. А, тут сквад врага, да. А турели у нас тут вообще имеются или на этом все? Прораб не против. Поднять поле ядра. Так, но они в периметре должны умирать. Ну, что-то да, происходит. Но очень слабенько. О-о-о, есть, готова миссия. Хорошо. Надо было, короче, топо захватить три орудия и лабораторию. Ну, подожди, в смысле провалено? В смысле провалено? Я же захватил ее, алло! Какого хуя? Алло, игра, ты чё? Ладно, сейчас переиграем и разберемся, что за говно тут произошло. A few moments later. Так, ну чё, ребят, давайте-ка теперь попробуем еще раз. В этот раз я применил другую тактику, сделал самолетики, которые, кстати, аннигилируют врага. Я тут даже захватил у него бомбу лабораторию и выполнил
первую миссию. То есть, возможно, нужен именно четкий порядок выполнения заданий, а не типа захвати лабораторию, а потом захвати орудие. Да, возможно, это багануло в игре и не позволило мне выполнить миссию. Поэтому давайте теперь поставим вот тут такую-то энергостанцию, да. Я вот эту, кстати, пушку даже решил не захватывать, хотя есть возможность, ну и насрать уже. Тут еще немножко построил энергостанции всяких. Короче, посидел, немножко потыкал, поиграл в это дело. Не знаю, но самое классное, тут самолетики просто аннигилируют. Если бы я это знал раньше, я бы, может быть, сразу их делал. Но я ж не знал, что они тут классные. Ну, видимо, надо сразу пользоваться какими-то технологиями. Смотрите, что они творят. И просто аннигилируют. Так, ну вот и все, миссия выполнена, по идее, теперь. Нормально, да? То есть нужен был, получиться, порядок определенный. Да? То есть сначала в этой игре, получается, надо захватить 3 турели, а потом уже захватить лабораторию. Тогда это считается, типа, ты молодец, ты выполнил задачу. Только в таком порядке, иначе миссия будет проиграна, как в моем случае. Странная, на самом деле, игра, почему это нигде не написано, что нужен четкий порядок. Очень хороший вопрос. Но, тем не менее... На этом все. С миссией Абдуля. В следующий раз мы пойдем на миссию Биошок. Очень крутое название. А так что, чтобы не пропустить это, обязательно подписывайтесь на канал, если тут впервые. Лайкайте, комментируйте. Не забывайте прожимать колокольчики. Ну и по ссылочкам в описании заходите. Там много всего крутого. И Дискорд канал у нас есть, и группа во ВКонтакте, и Твич, где мы стримим всякое стратегическое и не только. На этом все. У микрофона был мистер Чейзер. Увидимся с вами в будущих видосах этого прохождения. Всем пока.